Всех приветствую, друзья, ясороводы, овцеводы, любители. Добрый день. 18 число у нас сегодня, июля. Продолжают уезжать баранчики из моего хозяйства. Ранее люди бронировали. Как я и говорил, в первую очередь забирают те, кто бронировал ягнят. Что останется, потом расскажу на видео, все покажу. Вот такой баранчик, одинец, уезжает с вот таким экстерьером. 15 числа ему было 4 месяца. Баранчик от первокотки, от переярки. Переярка тоже рыжего цвета. Вот такой пацан уезжает. Уезжает к нам в район, моему другу Муслиму. Муслим, привет. Ну и, кстати, Муслим особо как бы не торопился приезжать, себе выбирать. Ну а это... решил сегодня, в связи с тем, что у него сегодня день рождения. Вот я его поздравляю лично от себя, от своей семьи, с очередным днем рождения. У него, ну, к сожалению, не юбилей, но почти что круглая дата. Он у нас еще молодой, ну, чуть побольше 18, так, просто чуть седоват. Ну, ничего, это модно сейчас быть седым. Ранее мы с ним как бы обуславливались на одну стоимость за баранчика. Да, Муслим, правильно? Я ж не обманываю. Да, я и хотел только сказать. Да, но сегодня, так как он мне предъявил паспорт, все там, паспорт вроде не левый, все правдивое, водительское удостоверение, показал, что сегодня у него действительно день рождения, я ровно 20 тысяч Муслиму, ну, скажем так, меньше, делаю по цене. То есть хотел он за 500 тысяч у меня забрать, но уезжает за 480, да, Муслим? Так, все, ну пару слов скажи. Спасибо большое, Михаил. Всем подписчикам приезжайте на день рождения, Миша вам скидки сделает по доброте душевной. Обязательно, обязательно. Всем удачи, всего вам хорошего. Давайте, счастливого. Всем женщинам скидки, всем именинникам скидки. Да. Это у нас такая вот акция. Но, к сожалению, мало уже баранчиков остается. Так что или приезжайте в день рождения свой, если или хотите. Эти паспорта. Да, или левый паспорт, вот он говорит, делайте на всякий случай, чтобы дату прям поставить и в этот день прибыть. Всего хорошего вам, друзья. Немного шуток, ну, без шуток никуда. Иначе... жизнь просто так пройдет, надо шутить побольше. Все, Муслим, тебе удачи в хозяйстве. У Муслима буквально там 10-12 маток эдельбайской породы, ну, хорошего качества матки. Вот, хочет разбавить кровь гисарским мальчиком. Все, желаем ему удачи, будем следить, тем более он здесь все рядом. Поэтому вот так. Все, всем свидания, пока. Спасибо.